Стоп! Давайте лото после этого. Предпоследний матч сегодняшнего первого игрового тура. Сейчас встреча спецсвязи и Газпром энергохолдинга. Сразу такое жесткое столкновение. Желтую карточку получает нарушитель. Ну, явно с рвением есть определенный перебор. У Газпром энергохолдинга ничья сегодня в матче против Меридиан Энерго 1-1. И такой же счет был зафиксирован в противостоянии с Мосэнергосбытом. Так что две ничьи, два очка. У спецсвязи 5-2 победа над командой Татнефть. Итак, смотрим опаснейший штрафной. Фролов продолжает оставаться за пределами поля. Оказывает ему помощь. Ну что, прямой удар или комбинация? Пас. Попытка пробить. Добивание здесь уже не будет, только комбинационно можно дело до удара довести. Момент! Холодков. Его мы немного видели в первом матче спецсвязи. Три минуты уже сыграно. Сколько моментов опасных. В принципе, сражение спецсвязи «Газпром Энергохолдинга» одно из самых принципиальных в конференции «Премьер». В прошлом сезоне-то они тоже заняли соседние строчки турнирной таблицы, вторую и третью. У «Газпром Энергохолдинга», правда, довольно серьезный отрыв по очкам, плюс 7. Личные встречи, ничья 1-1 и 4-1 победы «Газпром Энергохолдинга». Неоднократно команды разыгрывали между собой чемпионство. Так что отлично знают сильные и слабые стороны друг друга. Нарушение от Холодкова. Локтионов. Да, точно. Да, смотрим, мы пойдем.
Сань, хорош! Сань, лево, да, Сань, 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 поставь на нашу, Саня! Давай, поднимай! 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 Хорош! Да, 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 вот! Да! Молодок, дальний! Я думал, это он. Но я просто помню, что вообще вот. Раз. Валера! Ладок, оттуда не надо бить! Смысла нету! Просто выходите! Выходи! Выходите просто! Блядь! Ладок, смысл оттуда бить! Да, возвращаемся к просмотру встречи команд «Спецвязь» и «Газпром Энергохолдинг». Счет до сих пор не открыт. 3-0 у нас, нарушение по фолам. Счет по фолам. Сорок секунд до перерыва. Пролов. Звучит свисток. На перерыв пока без забитых мячей играем.
играем еще 10 минут. Будут спорить спецсвязь и «Газпром Энергохолдинг», кто сильнее. А может быть, и не приведет этот спор к каким-то заметным победам для одного из участников. Потому что чемпионат здесь ничьи могут быть. Встречи спецсвязи и ГЭК неоднократно заканчивались ничейными результатами. Скажи мне, пожалуйста, у МСГФ, будь здоров, правду говоришь. У МСГФ счет. 1-1. А? Да, 1-1. Гладков. Ну, рядом с целью. Сава тоже будет. Эйба. Показывает сейчас еще улов, что товарищи по команде придержали за плечи. Холодкова просто так не зацепиться здесь. Вынос мяча. Ну, против Холодкова действует высокий Фролов, поэтому здесь преимущества у Холодкова практически нет. Чисто на дисморали играет. Холодков то ли бил с разворота, то ли прострел на дальнюю это был. Я бы не захотел играть в такой команде. Типа, если все время меня упоминали. Хорош, хорош! Не боли! Да! Слава! Слава! Фролов. Хорош, Саня, хорош, хорош! Чисто не зло играем. Контролирует мяч «Газпром Энергохолдинг». Удивительно еще, откуда силы берут на такую игру интенсивную. Два матча позади. Притом такие энергозатратные были. Со скамейки практически никто не поднимался. Удар близко. Новоселов. Каждую установку пытаются использовать тренеры для того, чтобы внести коррективы в игру.
в первую очередь относится, конечно, к спецсвязи. В «Газпром Энергохолдинга» играющий тренер Андрей Ощулов. Ну и он подсказывает очень много. Тайм-аут берет спецсвязь за 4 минуты до конца игры. Три с половиной минуты игрового времени. Спецсвязь и ГЭХ не могут до сих пор нас и себя порадовать забитыми мячами. Но игра при всем при этом очень интересная и яркая. Холодков развернулся, передачу сделал. Здесь заброс на дальнюю, никого. Галактионов с Холодковым встретились, поборолись. 3-3, четвертые игроки подключаются. Галактионов, скидка Фролова под удар, мимо. Новоселов. Наш, наш, мяч, здорово! Так, сейчас понял, что это те же мячи, что были оранжевые. Гала, по самочувствию, Гала! Что они? Не оранжевые, а розовые. Галактионова шанс был отличный. По-моему, розовый. Последний розовый, мяч, розовый, да. Розово-оранжевый. Страхуй, Дима, страхуй! Ну вот вроде связка-то есть рабочая. У ГЭХ Фролов с Галактионовым видят друг друга. Передача хорошая, но вот сотой доли секунды не хватает в реакции, чтобы гол забить. Удар, вратарь. Еще один. Холодок! Назад! Влад! Влад! Назад! Влад самый последний бежит. Просто рядом с этим игроком бежит. Пошла последняя чистая минута. Три игрока с связи. И орет он только на влагу. Холодков. Надежда на его пушечный удар. Фолят против него и довольно жестко.
Так точно. Что, сегодня делаем мы это? Левый, Сережа, 30 секунд назад! Ближе! Ближе, ближе, ближе к нему! Вот, пошли! Блядь, теряй, мячи, сами! Ближе, ближе! Куда, 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 куда? Очередная контратака спецсвязи на последних секундах. Холодков бьет. Ну что ж, не сработали надежды на пушечный удар. 0-0. Первая безголевая ничья сегодня.